Итак, мы продолжаем замечательную игру играть. Это тачки. И следующая у нас тут гоночка. С Салли мы поедем куда-то. Поехали. Райдер Спрингс Кап. Нет. Салли. Вот это вот. Поехали. Hey, Stickers. You ready for that drive you owe me? Wheelwell? Sure. We haven't been up there in a while. Great. Just a nice leisurely drive, right? Oh, absolutely. Not even gonna hit third gear. Ladies first. Okay, if you say so. Поехали. Поехали. Мы тут, наверное, один на один. Больше никто не участвует. Только вдвоем. Просто нужно победить. Я прошел где-то 70% игры примерно. Осталось 30. Не так много. Первое место. 5 кубков получим. Поехали. Так. Камеру вот так поставлю. Новая трасса. Первый раз еду. Посмотрим, что за трасса. Красота. А это что такое? Заплатка на дороге уже установлена. Что это такое черное? Походу, да. Здесь у меня мод на 60 кадров в секунду стоит, и машина нормально прыгать не может иногда. Поэтому не обращать внимания, иногда с физикой проблемы. И я не смог пройти даже в прошлом видео, можете посмотреть. Или позапрошлом. В прошлом. Не мог пройти за метро, где гонка там, где надо прыгать. Типа Rust Bucket Challenge какой-то там. Или как он там называется. В общем, я не мог его пройти. Я приехал 5 из 7. Не могу, потому что там надо прыгать, а у меня прыжки что-то не работают нормально. Поэтому вот так вот. Красивая, кстати, трасса. Это, наверное, самая красивая в игре вот это. Прям вообще тут красиво. Красиво, посмотрите как. Хорошее место. Даже в мультфильме они так ездили по этому месту. Я помню. И там тоже было красиво. 2 секунды мое преимущество над Салли. Здесь один круг. Единственное, это вы просто от начала до конца, до финиша едем. Через такую красивую трассу. Я прошел уже 3 гонки. Из 5. Ну, главные, которые чемпионат. Где надо победить Чик Хикса. Осталось 2. После прохождения последней, насколько я помню, концовка игры. Либо что-то еще будет одно. Не помню. Кстати, мы сейчас что-то проезжали, вы видели? Что там было такое? Какое-то необычное место. Блин, скорость все потерял, сейчас она меня догонит, смотрите. Меньше секунды сейчас будет. Она уже идет на обгон. А вот и все, я потерял все свое преимущество. Ну ладно, тут еще вроде есть время до финиша. Тут, кстати, листья валялись, куча листьев. Видел ли? Это как... Это отсылка к мультфильму. Там они тоже ездили. И... Ну да, был этот момент. Прилипло это все к... К Макпину. Блин, тут походу финиша я уже не успеваю. Нет, еще есть возможность обогнать. Так, 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 давай, давай, давай. Давай, Маквин. Давай, давай, тут уже финиш, финиш. Нельзя ошибки больше допускать никакие. Вот, можно заехать, кучка там была. Так, 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 не обгоняй меня, не обгоняй, не обгоняй, не обгоняй. Блин, под конец, вы видели? Как не повезло. Нет, надо перепроходить. Тут можно дальше по сюжетке проходить, вообще не приезжая даже первым. Просто надо приезжать, любую позицию брать. Не повезло, я там время потерял, врезался. Oh, yeah. Ничего страшного, здесь трасса небольшая. Один круг. И то не это не круг, просто едем до финиша. Мне такие трассы больше всего Need for Speed Porsche Unleashed нравились. Там, где нету кругов, а просто едешь от начала до конца, и красота полная всегда. Не повторяется ничего. Сейчас сконцентрируюсь. В туннельчик едем. Здесь водопад. Еще и там мост красивый. Тут
тут можно и направо где-то срезать, я смотрю, вот там проезд. Но Салли тоже туда не едет, едет за мной. 3 секунды преимущества. One for the ladies. Оу, едем пока хорошо, даже с опережением прошлого результата, мне кажется, намного лучше идет все. Тут дорога какая-то хорошая, поворачивает машина очень хорошо, хотя она такая неровная, типа с трещинами, но управление хорошее. Вот это что такое, видели? Какой-то шар крутился, что это было? И вот здесь я после того, как его увидел, я немного левее дал и врезался, и все, из-за этого проиграл. Кстати, она тут и так догоняет быстро, видите? Хотя нет, было 2 секунды одна, а сейчас 6 секунд. Она, походу, срезала где-то. Но потом время потеряла после срезки. И вот тут я много потерял, надо было налево повернуть. А я прямо поехал. Последний момент поворачивал. Так, нам сюда, сюда. Тут, кстати, прыжок какой-то есть, я вижу. Можно попробовать прыгнуть, но с моим глюком этим не хочу. Хотя она, наверное, прыгнула, не? Не прыгает. 7 секунд как было, я думаю, было бы 3 секунды, если прыгнула. Я думаю, там все-таки быстрее. Как не повезло, она меня подбила, блин. Если бы я левее брал, тогда нормально. Я сам вправее дал, и она меня подтолкнула. Не повезло. Ну ладно, все зато пройдено со второй попытки. Продолжаем. Yes, сохраняем. Помнишь первый раз, когда мы приехали сюда? Да. Ну да, это как бы продолжение мультфильма, по сути. Ой, какой город не очень красивый был. Вообще ничего не видно было. Так, смотрите, сколько открылось. Typhoon Pass Circuit, Monster Truck Mayhem, Delicate Road Hazards. Много чего открылось. Ой, здесь, кстати, открылось. Тут и будем, давайте. Продолжаем. Typhoon Pass Circuit. I find the American landscape so myriad in its challenges, don't you? Every turn a bracing new thrill, every distance a dangerous gauntlet. Don't you agree, my fellow racing aficionados? Are we gonna race or what? Гоночка. Примерно по этой же трассе, наверное. Ой, какой глюк, они немножко под землю провалились. Под текстуру. А сейчас все нормально стало. Так, тут тоже круги или все-таки один? Или наоборот. 3 круга, окей. Запоминаем трассу тогда, выучиваем ее. Поехали. Едем мы по часовой стрелке. Вот сюда, поворот направо. Срез небольшой, кстати, это, по сути. Так, туда прыгать можно, можно, но я пока не буду. Хотя они прыгают, смотрите, на карте. Можно увидеть, как они прыгнули и сколько времени выиграли. Ну, выиграли. 2 секунды, наверное, они выиграли. Можно попробовать, конечно, рискнуть, прыгнуть. Следующий круг, когда будет. Посмотреть, как у нас там получится. А, это такой круг маленький, серьезно. Вот это круг. 40 секунд, это очень маленький круг. Давно таких не было. Так, можно прыгать спокойно, раз тут как бы... Ну, трасса короткая, ты 2 секунды выигрываешь на трассу. 2 секунды, это очень много. Прыгаю. Ну ничего сложного, но немножко не долетел, конечно. Но все хорошо, прыгать можно. Качау. Final lap. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Чао! Прыгаем, сейчас только ускорение надо кинуть. Опа! Сейчас может даже лучше.
Не, хуже. Ускорения мало, меньше было. Ну ладно, ничего страшного. Главное не перевернуться. Все, тут последний круг. Блин, самая короткая гонка. Я даже не думал, что такую сделают под конец игры, ближе к концу. Но еще впереди много чего, на самом деле. Как бы. Но в реальности тут контента немного. Надо просто путешествовать в разные места. Все, отлично. Yes. Так. Вижу, что есть белая точка. Вот мы к ней и поедем сейчас. На белую точку, это какая-то гонка. Поехали. Белая точка. Дополнительная гонка здесь есть. Наверное, сюда даже ехать надо. В гонке мы направо поворачивали, а мы сюда сейчас поедем. Блин, ну тут реально красиво. Вот бы вся игра была такая. А то там начало какое-то такое. Не сильно красивые места. О, против этих, я помню их. Поехали. Sorry, chief. Road's closed. Looks okay to me. No, he means it's closed to you. What's that? I can't hear you. I said it's closed to you. Nope, still getting nothing. He said get lost, pal. Oh, what are you gonna slice and dice me with your spoiler? Hey, wait a... Tell you what, subwoofer. Three laps ought to settle this. Me, you, your little tweeter friends. When I win, you'll pass. Oh, you can throw in one of your boost canisters. Seriously, do you really need that much boost? Okay, let's do this. Музыкальная гонка какая-то. Вот от него музыка такая всегда играет. Я даже не знал. А не, я только в начале. Ну что ж, мы планируем занять первое место. Поехали. Сразу старт хороший. Три круга, поехали. Так, тут трасса, тут развилочка какая-то. Мне нравится, кстати, эта трасса лучше всего. Ну, вообще вот этот вот. Вот эта часть геймплея, тут трассы классные, поворот за поворотом, нет вот этих вот непонятно куда едешь, там в пустыне, где не видно трассы, здесь вот прям четко чувствуешь, где трасса, куда поворачивать. Класс. Вот это топ. Вот, надо было, чтобы игра начиналась здесь, она больше понравилась бы всем. Ну, понятно, там Radiator Springs. А город, он красивый, да, но вокруг города трассы там ужасные, неинтересные. А вот здесь, тут прям приятно. Красивая графика, сразу игра как-то лучше смотрится. Так, а тут куда-то надо прыгать. Я вроде прыгнул правильно, хотя там поворот какой-то был. Сейчас в шахту поедем, помню эту шахту, кстати. А, кстати, этот уровень помню, я помню... А нет, это в другой игре. Просто есть Cars, там точно такая же трасса используется, как с этой игры. И я очень часто этот уровень перепроходил, потому что что-то не побеждал иногда. Но это была другая игра, это не в этой. В этой легко, как мне кажется. А я перепроходил другую Cars. Cars, не, может, Рейсорама, или там еще пару игр есть. Блин, они опередили меня. Они справа где-то были. И пережали меня. Ладно, все хорошо. А, 5 секунд. Они как-то близко были, то ли врезались, то ли что. Я думал, прям за мной сейчас едет кто-то. А они уже прям далеко. Видимо, ошиблись. Какой поворот. Выехали. Ура! Вот он, первый круг. Это 2 минуты. 2 минуты 4 секунды. Эта трасса побольше. В прошлой трассе надо было им 5 кругов делать, а не 3, тогда более-менее было бы. А то слишком короткая, получается, гонка была. А здесь 6 минут 3 круга будет у нас. Оу, е! Оу, е! Оу, е! 6 секунд преимущества. Там единственный срез был, я, наверное, вниз упал. Это неправильно было. Может быть, надо просто повернуть, не знаю. Сейчас попробую поверну просто, чтобы знать, как тут ехать на будущее. Тут же еще какие-нибудь гоночки будут, наверное, по этой трассе.
Вот здесь тут резкий поворот, вот. Я и повернул. А там можно упасть, что-то там проехать как-то, не знаю. Мне кажется, тут быстрее. Тут и асфальт. Тут много развилок есть еще каких-то. Вот тут прям. Вон справа вроде поворот какой-то был. Но тут еще иногда повороты, когда трасса зеркальная, с другой стороны едешь. Тогда с них выезжаешь просто. Не обязательно, что надо сейчас туда ехать, если они есть. Эти повороты. Вот тут тоже как бы есть поворот. Но он вроде короче, кстати, вот по мини-карте я смотрю. О боже, я куда-то упал. Так. Ой, хорошо, что игра. Я у меня просто кнопку не знаю там. На какую кнопку, она почему-то не устанавливалась в меню. То есть машину ресетнуть я не могу. Поэтому хорошо, что все получилось. Игра поняла, что я где-то упал куда-то. Пропал. В текстуры улетел как-то, бывает. Вот я говорил, багов нет. Ну вот баги есть, да. Проваливаются машины, да-да-да. Главное, что игра не вылетает. Это самое главное. А то бывают какие-то гонки. Вот там рекомендовали одну мини-игру не играть. Я ее еще пока не играл, чтобы не вылетала игра. А вот когда все пройду, попробую ее. Это где, наверное, с мейтером, как я понимаю, тракторов надо запугивать. Чтобы они там пердели. Газ выпускали свет. Фух. Как в мультфильме. По-моему, это миссия. Она типа глючит, не знаю, что там. Посмотрим. Я как-то поиграл раньше, меня не глючило. Но это на новый Windows написано, глюки возможны. У меня Windows 11, может это на Windows 10, не знаю. У меня прям все обновления стоят. Драйвера обновлены, все обновлено. Поэтому может и все хорошо будет. Save driver дали мне. Бонус за то, что я никуда не врезался долгое время. Ладно, прыгаем. Второй раз прыгаем. То, кстати, можно не сверху еще проехать. Как-то я улетел прям вниз, а там еще вроде и сверху какой-то проход, проезд. Ну ладно. Так, сейчас не будем только срезать, как в прошлый раз. А кто-то едет там по трассе, я видел. Это он еще что, прошлый круг, что ли, едет, чувак? Он только что прям по этой, по типа, по шахте ехал. Или мне показалось? Может, тоже упал вниз в пропасть, как я в прошлый раз и застрял, не знаю. Oh, yeah. Либо это он не в шахте ехал, а просто там по обычной трассе, она тоже проходит через, ну, типа выше шахты и просто так нарисовано. И кажется, что он в шахте, а он просто по трассе ехал. Так, ну что, пару поворотов и выезжаем отсюда. Не пару еще больше. Вот тут запрыгивать наверх можно, я помню, запрыгивал. Ой, камера, видите, как сделала? Она думала, что я вверх прыгать буду. А я не знаю, почему так. Такой глюк. Ну, мелочь. Это 60 кадров в секунду. Но зато приятно играть, когда игра так плавно идет. Очень приятно. Все, прошли. Отлично. Все пройдено. Лучший круг 2 минуты ровно у меня. Продолжаем историю. 152 кубка уже. Так, здесь вроде уже все. Больше okay, нету гонок. А, я буст второй мне дал, да? Или чё? Come on, guys. Don't be so hard on yourselves. You know what? Just learn to relax. Go take a drive. This isn't over, McQueen. Let's bounce! Так, смотрим. Второй буст, походу, дали. Но Chicks Challenge какой-то появился. И буст Tank 2 у нас. Все. Теперь у меня только вопрос. Как отсюда уехать куда-то? Может, сюда? Нет. Просто где здесь выезд отсюда? Наверное, вот сюда надо ехать. По-моему, сюда. Может, эта стрелка желтая, она и показывает направление. Что нам вернуться в Spring. Тут карты нету, но в следующих карсах появилась карта, и можно просто передвигаться так удобно. А тут надо ехать прямо. Может, здесь тоже какой-то кнопкой, но я что-то... А, вот, точно, есть кнопка, смотрите. Есть кнопка.
И тут всякие миссии. Чик-Хикс Челлендж. Вот, можем пойти. Чик-Хикс. Так, кнопка 1. А какая кнопка у нас 1? Вот. Можно посмотреть статистику, типа. Чик-Хикс Челлендж. Ну, давайте. Вот. Или я не могу туда? Подождите, я не могу туда, что ли? Я думал, можно нажать и все, и поехать. Ладно. Карта есть, но вроде нельзя передвигаться. Ну, кнопки я не видел. Дайте еще раз. Stats, back, confirm. А, это просто гонка начинается сразу. Окей. А туда, где... Я понял. А если я выйду, где я буду? Как Уэллс. Ага. Ну, здесь, по-моему... О, это туда упасть? А, не, не дает туда. Так, дайте еще разочек, мне интересно. Луиджи, рейс ту же рески. Так, я просто выйду отсюда, я появлюсь здесь. Мне просто быстрее телепортироваться хочется. Все, получилось, короче, работает. Так, Чихикс, он где-то там, вот гоночка. Все, у тебя есть карта, я буду ориентироваться лучше. Это непонятно. Так, где Чик-Хикс? А он, наверное, не здесь. Он, наверное, надо ехать туда. Здесь ничего не будет. Едем в ту часть города. Это, наверное, так и было показано на самом деле. В часть, ну, не города. В другую зону едем. Да, вот сюда. А, подождите, я нажал «нет». Еще разочек. Да. Все, да, здесь две гонки есть. Поехали. Выполнять. Шериф тут смотрит за нарушителями. Так, туда и сюда, да? А здесь что за гонка новая? Чик-Хикс, наверное, здесь. Да, Чик-Хикс Челлендж. Это по сценарию у нас. Hey, look, guys, it's the king of the road. Yeah, more like McQueen of the road. Hey, Chickster, what are you doing out here, dog? I don't know, thought I might try out a few things I've learned. Ah, you went back to school. Good for you, Chick. Maybe you'll even graduate this time. Education is so important. He's right, you know. Ow! You know, I spend a lot of time in my hood, and you hit it. He hits my hood. Watch the hood, okay? Hey, Mr. Educator, you ready to get schooled? Так, что тут за гоночка? Не помню. Ну, поехали. У кого на этот раз музыка? Пум, поехали. Хорошее ускорение. Старт отличный. Поехали. Так, что за трасса? Вроде ездили немножко на этой уже. Но она, наверное, немножко измененная будет. Не каждый поворот будет повторяться. А вот тут мы уже не ездили вроде так прям сразу. Три круга. Погнали. Так, что тут у нас? Поворот. Ну, после тех трасс это вообще не едешь, не понимаешь, где тут очертания трассы, ничего. Ее нету просто. А там прям, реально хорошая трасса была, красиво вокруг. Тут песок, пустыня какая-то. Глаз тут не радуется особо. Ускорение. Чао. Так, что у нас тут? Oh, yeah. Направо, прямо, немножко врезались. Дорога сюда ведет. Так, ну сколько тут круг будет? Не 2 минуты, ну 1,5 нормально. Oh, yeah.
4,5 минуты и все проедем. Здесь видите, как игра сделана, что есть какие-то гонки, где не обязательно даже топ-3 брать мест, чтобы пройти дальше по сюжетной линии. То есть ты можешь всегда и последним приезжать, теоретически, просто надо проехать гонку. А потом, когда уже большие гонки идут, там 150 кубков или сколько надо, накопить и все. Накопил другими способами, и все, и можешь участвовать и игру пройти. Нет ограничений, то есть не надо какой-нибудь гонке можно застрять, и не проедешь, и все, конец игры, не пройдешь. Такого нет, но это правильно сделано. Надо, чтобы в современных играх тоже такое было, то есть захочешь, потом перепройдешь. Тогда это интерес к игре подогревает, не надоедает игра. Ми-ми-ми, ну а кстати, я забыл, что у меня буст двойной теперь, да, ускорение лучше. Ускорение чувствуется получше. Так, получается, если я буду мейтером в той гонке, то есть у меня уже двойной буст будет или нет? Или одинарный? Или там вообще буста не? Нет, был буст. То есть я там буду быстрее ехать теоретически теперь. Потому что у меня уже открылось второй уровень. Либо все-таки они будут как раньше использоваться один, как тогда было. Не знаю, кстати, надо посмотреть. Тогда получается выгодно перепроходить потом. Легче в разы. Так ли это на самом деле? Вот опять третий круг, я уже 23 секунды выигрываю. 23, 24, 25. Они как будто на месте стоят иногда. 24, 25, 26. Как будто что-то с ними там, с ботами происходит на третьем круге. Вот именно, на последнем. То ли просто я разыгрался и лучше еду, не знаю. Так, ну скоро финиш. Хорошо. I forgot to tell you, Chick. The roads out here aren't like the tracks you and I are used to. No, they got these things called right turn. Yeah, dear. So what? Wasn't a real race anyway. Nobody was there to see it or watch us. Nobody's there. It's like a tree falls in the forest and nobody, doesn't get hurt. Does anybody see it? Or, hear it? Oh, that's right. I forgot. You like losing in front of a crowd. See you at the stadium. Yeah, right. Yeah, I'll see you. If you ever make it there. Так, все, походу, четвертая гонка открылась. Встретимся на стадионе, он говорит. High speed haste. Новое событие. Так, и вот тут надо еще зайти, заехать, походу. Тут еще одна гонка, наверное, появилась с метром. Monster Truck, вот, Monster Truck тоже сложно было проходить, я помню. Guido, how come you not keep the tires from falling? E non urlare a me, mi hai sorpreso. Luigi, hello. Ah, hello, my friend. Hey, there are these guys in town that want to race me, and I'm gonna need a new set of tires, so hit me. You wanted the white walls, no? No, Luigi, that's not gonna cut it. I think I need something a little bigger. Во, приехали. McQueen! Get over here! I will flatten you like a pancake! You can't hide from us! Oh! Wow!
I have the tires for you. Guido? Во, нашли для нас резину, колеса. Oh yeah, you have the tires, but do you have the mental fortitude? We're about to find out. Let's do this! Сейчас будут гонки. Вот тут иногда тоже проигрывал, помню. Так, ну камеру меняем, вообще ничего не видно. Так, а как ехать? Даже так камера не видно ничего. Тут вообще что-то придумали они. Кривовато все. Так, ну я хоть побеждаю. А то сейчас окажется опять еду хорошо, а потом проигрываю. 12 кругов вот так надо будет проехать. Никаких поворотов резких тут нету, флипов. Кнопка не работает. Поэтому я еду вот так только. Ну, я буду вот другой кнопкой поворачивать. А, вот другой можно поворачивать, все нормально, работает. Бус, кстати, двойной используется. Все хорошо. Оп, 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 оп. Я вылетел. Назад. Все. Блин, потерял преимущество, наверное, все. Тебя никто не обогнал меня. One for the pain. Где четвертый? А где все остальные? А, не по той стороне меня обогнали. Ну ладно, тут 12 кругов, я, может, наверстаю еще. Не может же быть, что я все проиграл. Вроде несложно тут. Особенно двойной буст у меня теперь. Все, первый. Хорошо. Осталось просто без ошибок рулить. Блин, вот нельзя поворачивать, когда приземляешься. Но просто из-за этого теряю время. Я нажимаю. Сразу вот я падаю, ничего не нажимаю, все. И все нормально. Вот это ошибка моя. Я понял, что происходит. Больше я так не делаю. И должно быть все окей. Ну тут несложно, даже если ты проигрываешь, отыгрываться легко, тут компы что-то совсем плохо едут. Ну они высоко прыгают, как раньше, но здесь это не надо высоко прыгать. Они наоборот только медленнее едут за счет этого, наверное. Так, ничего не нажимаем, чтобы не развернуло меня. Восьмой круг пошел. Оп. Оп. Поворачивай. Так. Вперед! Так, поворачивай. Вперед! Ой, да я не нажимал сейчас. Это просто я упал не туда, приземлился. Так, нет, пока что первый, не потерял преимущество. Но, кстати, быстро едет, чувствую, гонит меня, походу. Power slide делаю. Хоп. Так. Начинается 11-й круг. Блин, куда тебя несет? Так. Хорошо. И главное тут повернуть правильно. И тут уже финишная прямая. Тут уже, наверное, никуда не улететь. Ай, подождите, еще финальный круг. Вот сейчас. Сейчас еще можно куда-нибудь врезаться. И каждый раз все предметы восстанавливаются. Вы замечаете тут? Вот все, что валяется, бочки. Каждый круг, они на тех же местах, что и были до этого. Хотя они улетают. Вот это вот, я не знаю, почему так сделали. Чтоб интереснее было, наверное. Потому что так вот едешь, вообще бы ничего не врезался бы никуда. Хорошо, это я прошел. Это я рад, что прошел. What'd you say, puny tow truck? Lightning, for Pete's sake, the race is over. You can stop your yelling now. Oh yeah, right.
Right, sorry. Так, ну что мы тут можем по карте посмотреть? Где мы что не заработали? Тут покупкам можно смотреть. Чаптер первый. А, вот первый чаптер, да? И теперь просто меняем. Вот, вот эти карточки надо найти, 18 штук. Вот это я еще ничего не пробовал. Первая глава. Вот Рамону еще не пробовал. Все, и карточки. Все остальное сделал. Дальше вторую главу жмем. Вторая глава у меня все пройдено. Все пройдено. Третья глава. Так. Так, Rust Bucket это вот то, что сейчас. Вот единственное не прошел здесь. И все остальное пройдено. Четвертая глава. Что осталось? High Speed Haste. Ага, ну и все. И пятая глава, наверное, откроется. То есть осталось немного. High Speed Haste. Все. Понятненько. Все понятненько. А где я сейчас нахожусь? А, здесь. Все. Тогда едем в наш город. Обратно, и там следующий челлендж. Следующая гоночка. И уже я прошел игру. Ну, если основную сюжетку, то на 80%. А мини-игры там еще чуть-чуть допройти, то, наверное, еще 10% добавить сюда. 70%, наверное, я прошел. Может, чуть больше, 75%. Тут останется только самое такое. То, что не прошлось. И то, что еще не начинал. Так, сейчас посмотрим, что ж тут дальше нас ждет. Так, едем, 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 едем. Где-то здесь что-то. Ну-ка. Смотрим. Нет, не здесь. А вот, 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 вот она. Следующая гонка, вот она. Будем участвовать в следующий раз. Спасибо за просмотр. С вами был Андромалик. Надеюсь, вам понравилось. Игра классная. Качайте, играйте, покупайте. Игра называется Cars 2006 года. Всем пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.